Всем привет! Я сегодня отдыхаю у друзей на даче. Тут так классно, природа. Тут вот я на качелях. Очень классно. Так, это, наверное, яблоня. Тут очень-очень много яблок. А это, наверное, виноград. Привет, не попадайся в кадр. С той стороны надо... Тихо. Так, вот это я не знаю, какое плодовое растение. Такие ягодки черные-черные. Огромные кисти. Не знаю, что такое. Такие вот цветы. Шикарный газончик. И тут шикарные-шикарные цветы. Ой, как они называются? Гортензия, да? Вот эти были синие, голубые, а вот эти такие розовые. И их так много-много-много шапок. Вот. Ой, какая красота! Они такие огромные-огромные, вот, по сравнению с моей рукой. Очень красиво. Такой огромный куст и весь в букетах. Тут еще вот такие груши крупные, но еще пока зеленые, несъедобные. Ух ты, какая красота, такие астры. Ой, какие они красивые. И все такие разноцветные, и белые, и такие вот красноватые. И вот чего-то тут такое с серединкой. Ой, какая красота. Просто восторг. Такая небольшая клумба. А еще здесь у подруги очень много роз. Они такие красивые, красивые. И все разные. Вот тут одна кисть. Сейчас еще там пойду поснимаю. Тут вот такие маленькие розочки. Не крупные. А подруга говорит, что они уже цвели. И это вот они набирают на вторую волну цветения. Вот тут огромные еще кисти. Но такие они не крупные цветочки. Сейчас понюхаю. Не, не пахнут. Ага, здесь тоже не очень крупные, невысокие розочки. И так они обильно-обильно цветут. Цвет очень-очень яркий вот у этого кустика. И этот белый, но цветочки очень красивой формы. Прям такие букетиком. Так, здесь еще вот такая красотка. И хризантемки рядышком. Это лилейники. Так, я уже тут смородинку кушаю. Вот параллельно снимаю. Флоксов у нее очень много, она их очень любит. Всяких разных цветов. Такие красивые-красивые. Вот такого цвета. Сирень, как голубой. Или светло-сиреневый. А здесь вот такие цветочки. Тоже очень красиво смотрится. Это какой-то тоже куст розовый. Пока что не цветет. Еще лилейник, но, наверное, уже отцветает. Он такой желтенький, махровый. Очень красиво. Тут опять флоксы. Там розочки. Сейчас туда подойду. Ага, такие флоксы прям возле входа. Встречают сразу по приезду в дом. Тут какая-то такая вот небольшая розка. А вот это вот прям входишь и сразу в нее утыкаешься. Она огромная-огромная, красивая-красивая. Вот так два цветка. Цвет красный-красный с черным отливом. Шикарнейшая роза. Я не знаю, видно или нет. Но это очень-очень красиво. Такой цветочек.
Красота. Высокой достаточно. Роска.